have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, возвращаемся в мир врат Балдура. Блин, никак. О, дверь можно... Прочность. Ясно. Некоторые объекты крепкие, чтобы действительно повредить их, необходимо нанести достаточно большой урон одним ударом. Я понял, это не про нас сейчас. У нас вроде как никто не обладает большим уроном разом. Поехали тогда лутаться. Свечки, давай. Пока что забираем вообще все. Кухон... Стой, а зачем мне? Нельзя использовать. Свечу зажгли. Так, подожди. Крышка, бидоны, молочная фляга. Знаете, вот этим оно мне сейчас... Ряд книг. Ой, это можно лутать. Это я все забираю. Так, вы можете читать найденные книги и заметки в инвентаре. Открыть инвентарь. Ого, прочесть. Серьезно? Прям вот так? Как в Скайриме? При жизни служение было безупречно. Каждый свой день она полностью посвящала госпоже утра. Так, погоди. А, ты тут хоть небольшой отрывочек. Скажем, днем освобождала она тебя, себя от гнета памяти. Со временем она утратила все связи, собственные предпочтения, даже свое имя на алтарь своей богини она возложила последнюю, самую великую жертву, свой опустошенный разум. Когда же она умерла и очнулась уже в смерти, то огляделась и увидела вокруг блеклый и унылый град осужденных. Тогда она стала ждать, когда госпожа утрат явится за ней. Мимо сплошной серой вереницы и шли души. Их было тысячи и миллионы, но никто не вложил свою руку в ее. Тихий голос не подсказывал ей, куда идти. В сером пустом небе не было знамения. Время, само нематериальное время текло вокруг нее, подобно воздуху, а богиня так и не являлась со своей верной последовательницей. Келемвору было жаль ее, насколько владыка смерти вообще способен на жалость, но он был не властен вмешиваться. Жрица госпожи утрат, как бы ни была она достойна своей богини, так и осталась неприкаянной. При жизни она предала все забвению, но теперь ей предстояло усвоить новый урок, каково быть самой забытой. Я надеялся, что это будут какие-то... Ребят, все зачитывать, во-первых, шибанешься, во-вторых, у нас не хватит никаких серий, мы и так... Табличка древним текстом. Я буду подбирать, что-то я буду пролистывать, что-то я не буду пролистывать. Что-то будет оставаться за кадром. Если будет что-то важное, то, наверное, потом буду об этом сообщать, но пока что... Будем зажигать свет, мы это видим в темноте, но на самом деле так будет поуютнее немножечко, когда с зажженным светом. Кухонные доски. Симулятор зажигания свечей, поехали. Так, сундучок, две свечи, перо, чернильница. А зачем? Ну, я пока все таскаю, но потом посмотрим. Ах, кувшин с водой. Ну, давайте я заберу. А вдруг придется что-то срочно тушить. Портрет Фейна. Скрытая полка за портретом. Подождите, а у чувака ж ключ был, или мне кажется? Сейчас, подожди. Или мне проще? Да, мне проще таб открывать. Мне кажется, или у трупа был ключ в прошлый раз? У меня такое воспоминание. Или это я путаю сейчас с первой серии, там тоже у трупа был ключ и...
А есть разница, каким персонажем я это делаю? У них же способности на взлом абсолютно разные. Ясно. Получается, нам сюда... Тут же у нас никакой больше двери нету. Нету. Мы зашли здесь. Тут труп, тут свечка. Я рассчитывал, что мы сейчас пойдем данжи следовать, но нет. Погодите, а в деревяшках я коп... Да, копался. Мы его погасили. Можем поджечь. Хорошо, хоть она, когда забегает туда, не сгорает нафиг. Нельзя использовать. Ладно, ладно. Тогда, получается, валим отсюда. Мы не можем это никак открыть. Или вернемся потом, когда у нас будет чем ее открыть, или кем ее открыть. Возможно, у нас будет какой-то сильный чувак. Или же мы, наоборот, прокачаемся до какой-то определенной силы. Сейчас будем разбираться с квестами. В общем, это у нас, так я понимаю, одна из побочек, да? Вход в часовню. Так, погоди, а карта? Задание. Дочь тьмы продолжать странствовать с Shadowheart, это мы можем. Волшебник с глубокой воде. Так, это все мои спутники, понятно. Так и написано, кстати, спасибо. Исследовать руины. Мы нашли проход заброшенные руины. Район крушения. И найти лекарство, это основное. Вдохновление. Хорошо. Утес. Что? Я могу вот так телепортиться по карте? Прикольно. Я немножечко не ожидал, что это сейчас случится. Блин. Так, тогда... Но у нас дорога туда, наверх идет. Я бы на самом деле вернулся бы и... Блин, почему только на... Да, даже не на стрелочке, мышкой можно. Вернулся бы и исследовал тут все. Мне кажется, это было бы даже правильно. Давайте сейчас сюда вот вниз сходим. По-быренькому. Жалко, я не могу еще немножко отдалить. Мне немножко некомфортно передвигаться вот таким образом. Я бы или хотел тогда альтернативное передвижение на WSD, или же, чтобы можно было еще немножечко отдалить, чтобы я видел перспективу, куда я бегу и зачем я двигаюсь. Так, минуточку, а проход? Он только вот этот? И я как бы... Капсула. Капсула, кстати, пустая. Напуганный кабан. У нас тут есть вода. Не, ребят, давайте все-таки наверх пойдем. Кстати, прикольно, когда Лока уже... Вот жаль, видите, когда отводишь немножечко подальше, оно потом... Может, это, кстати, можно выключить. Я уверен, что тут еще одна сломанная ловушка. Тех, кто их делает, мы уже видели. Это понятно. Я бы бегал с постоянным альтом зажатым. Но... Опять же, это вряд ли предусмотрено. Тут есть еще основная дорога. То есть мы могли отсюда... Ловушки. Ловушки, ловушки. Хорошо. Пойдем потихонечку наверх. Не собака, чтобы копаться здесь голыми руками. Нужна лопата. Так вот, лопата. Смеемся после слова лопата. Ага. Взять все, подожди. Что это за посох? Стрела мол... Так, в любом случае, давайте его перенесем сюда. Боевой посох 0,7 урона. 6,17 урона.
Ты можешь его носить? Одно использование. Так, подожди, дружище. Quite ready for you. Гейл. Directly. Ты не можешь его носить из-за чего? Или я не туда его ставлю? Или ты не обладаешь такими навыками? Ну, то есть, это же... Погоди, или это какое-то... Колющее... Хрен его, ладно, в общем, потом разберемся. Лопату мы получили. Надо будет потом, кстати, наверное, за кадром я немножечко рассортирую по шмотам, потому что у меня пока что все сосредоточено только у эльфа. Наверное, это неправильно. Сохранение. Сохранение, отлично. Я тут кучу всего. Так, неприкаянное, погоди. Я второй том подобрал? А их просто две. Выбросить. Одну! Ладно, пофиг. Смерть и божественность. Проводник богов. Портрет Фейна, который я забрал. Красиво. Ну ладно, пока неприкаянную-то мы прочитали уже. Open the bloody gate! Nobody gets in! Ага. Zevlor's orders! Ага. That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Если я им помогу с гоблинами, мне кажется, это взойдет мне в репутацию, но... Вы достаточно ждали, чтобы их открыть, да. Посмотри на этих! Теперь все будет не по канону. Потому что канон был застрелен с самого начала. Оба. Damnable roach. Provoke the blade. And suffer its sting. Я бы... В смысле в бой. Промахнулся, молодец. Это наш сейвенький. Критический промах! Отличное начало боя. Боже, офигенно. Так. Все на лук переезжаем, давайте. 75%. 6, супер. Подходим. Заканчиваем ход. 7, хромота, супер просто. О, фига себе, ты так можешь? Может, я так могу? Надо будет свои навыки потом чекнуть. 6 и 6. Ну, хорошо, хоть не 60. Так, вот этот чувак крут, да? Зачем тебе... А, ты добежать хочешь? Фух, повезло. Эта фигня промахнулась. А что, так можно было? Так, я ни в кого не достаю, давай просто под... А, вот, стой! У нас же тут есть еще гоблины, я их только сейчас увидел вообще. Критически, хорошо. Дайте я магом похожу. Красиво, чувак решил отойти. Масло кастанул. Неплохо, неплохо.
Ай! Ай! Так, дружище. А что у нас есть? 55, 55. А если ты будешь стрелять, ну ты плохо обращаешься, да? 35, еще хуже. Так, это я могу. Магическая стрела, дистанционная атака. 35, еще хуже. Ну давай будем огнем. Промах. Жаль. 55% это был достаточно хороший процент. Так, давайте верхних фигачить. 55. Почему такой процент низкий-то? 50 вообще. О, 75, давай по этому. Хорошо. Минус. Оно скончалось, это хорошо. Заканчиваем ход. Критически. Он дважды критически промахнулся. Обалденный чувак. Так. 55. Это очень фиговые цифры. 70. Тоже 55. Давайте здорового лупить, наверное. Потому что у нас по нему хороший шанс. И... отлично. Наверное, отходим в эту сторону. Тут как раз убили этого чувака. Этого убили хорошо. Че, здорового грохнули, да? Хорошо. Кто мне моих чуваков полечит? Так, 45, 45. Исцеление ран. На себя. И отходим. А, ладно. Да, я как раз об этом подумал, что... ее расфигачили, как только могли, просто. Ты можешь, пожалуйста, попасть все-таки? Есть! Вот так, вот так бы сразу. Я себя вылечить, блин, хотел, а получилось, блин, как всегда. Ладно, да, заканчиваем ход. Кушай, чувак, приятного аппетита. Двойной промах, красиво. 65, 55, давай 65, потому кто побольше. Хорошо. Сняли. Ой, спасибо! Они не только о себе думают, они еще и меня пытаются хилить. Все, я отхилился. Поджег ему задницу. Заканчиваем ход. И... давай, попадешь? Да, отлично. Откройте ворота слегка, знаете, да, так? Я сначала лутаться. Золото. 4-9. Давайте я заберу, потом посмотрим, а вдруг... блин, черт, и кость тоже надо. Не-не-не-не-не. Я не собирался это сейчас делать, извини. Я заберу кость, а вдруг она чего-то стоит, а вдруг мы потом сможем поторговать, поэтому как минимум из-за этого я не буду пренебрегать. Там есть кнопочка взять все. Преступление. Некоторые действия общество не одобряет. Если вас поймают, вы можете оказаться в тюрьме. В смысле, лутание врагов общество не одобряет?
Перчаточки хорошие. Так, взять все. Взять все. Ясно. Немножечко поделимся. Так, перчатки, кстати, хорошие. Давай одеваем. Почему бы и нет? Гоблинский скимитар. Пока все оружие сюда скинем. Луки скинем вот этому чуваку. Потом будем сортировать. Лопата. Погоди, это... А, это булава, это не лопата. Вот лопата. Хорошо. Так, щит с колючками. А мне это надо... Ладно. Давай лутанем остальных. Ритуальный посох. Что-то магическое, секси. Минуточку, а меня не пустят при этом, да? А, не, пустят. Спасибо. Изумрудная роща. Так, по карте есть портал в окрестностях изумрудной рощи. Прыжок. Ну, в общем, дверь открывается. На самом деле они не против нас пускать. Все хорошо, все нормально. Поехали тогда немножечко пошаримся по окрестностям, потому что ну, тут интересно, много чего пропустили. Хотя да, оружие и всякое такое все потом придется продать. Потому что нам столько нафиг не надо. Вот он, телепорт этот. Вот эти надо активировать, я так понимаю, обязательно, потому что потом с этим будет проще житься, если активировать. Давайте посмотрим, откуда пришли гоблины. Вообще, что тут есть? Ой, смотрите, тут какой-то тайный ход. Я постоянно пытаюсь на тап-карту открыть. Нам туда наверх, это я понимаю, поэтому... Каменная дверь, лес. Я же говорил, там что-то можно открыть. А, прям серьезно? Сюда можно вот так вот войти? Я думал, сейчас исследовать там то-то, все это. В смысле помеха? Почка. Ёпырыста. Не-не-не-не-не, подождите. Я же ж... Я это... Я пошутил. Оно у нас обозначилось, да? Обозначилось. Хорошо. Спасибо тебе огромное, автосохранение. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Так, что стряслось? Медвесыч? Do you serve the absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Пытаться от него закрыться, посмотреть. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Почему? Protect them. Почему? She is a true soul. Mind her. She will... Не помирай, погоди. She... Edwin! А я мог его спасти, прежде чем спрашивать? You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin.
Так, я неверная, да-да-да. А, кто такие? Что вы тут делаете? А, вы должны убить тварь и отомстить за брата. А, так, что еще за абсолют? What? Are you testing us? Да-да-да. Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Я бы с такой лысиной тоже, наверное, хотел бы новый мировой порядок. You don't need me to explain that. A true soul like you has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you, will rule. Oh, I like these two. All zeal and brains. Насчет никаких мозгов, да. Короче говоря, ты ничего не мыслишь в нашей вере. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Хорошо. Вы должны убить тварь и отомстить за брата. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, madam. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but... But if you could help us, true soul, we may stand a chance. True soul? Absolute? What do they mean? Чё, блин? Strange power resonates within the corpse. Сила называется трупа? Ну-ну. Your limbs move of their own accord. There's something of value here. Something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you. Да, давай. Strengthen you. Мудрость. Насильно закрыть свой разум, ты не пытаешься или изготовься принять влияние. Не-не-не-не-не, мудрость давай. Довольно большой чек, добавить бонус. Хорошо, получилось. Успех. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Это... Ну, оно как бы... Игры с личинками вот эти. Я бы ее уже на самом деле вытащил бы, но ладно. О, оно убегает! Ох ты ж ё! Подожди. No rest for the wicked, I see. Забираем всю жрачку. No one stopped me yet. Так. Сюда это убивать вот эту фигню, да? Стоп. Назад. Это слишком большой мир. Я его просто так чуть-чуть не обойду. Поехали. Возвращаемся... Наставление. Состояние имеет бонусы. Проверкам характеристик. А, это то, что я себе бафнул. Возвращаемся сюда. Поговорим с этими ребятами. Может быть, поторгуем, если получится. Туда потом вернемся. И в дверь надо будет зайти. И с этими безмозглышами тоже походить немножечко. Вы откроете, нет? Спасибо. Поехали в изумрудную рощу. Поговорим с этими ребятами. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Где один гоблин, там и 10. Пошли-ка отсюда, пока не набежала орда. Так, подожди. За счет плута можно. Друид, гоблин вроде пленных не брали. Так, давайте вот это вот. And who the hell are you again? Show some respect. This woman saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help.
Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's eye twitches. He's about to blow. Так, ударить, нанести удар человеку. Если хотите, чтобы я вам обоим рты заткнула. Нет, ну этот рогатый мне нравится, как его зовут, Тифлинг. Хватит махать кулаками, так погибших не вернуть. Остановитесь, подумайте. Я посмотрю со стороны. With a thunk, the armored man collapses, unconscious. Enough. The goblins have found us. No doubt the beasts will be back. We need to pack up and leave. Immediately. Собираться и уходить прямо сейчас. Let's try to avoid any more punching. Так, а я еще могу поговорить с тобой? Settled. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Представимся. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. С недолгим мне так. А нападает часто? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. Да ну такое. А что, никак нельзя убить друидов? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Возможно, хорошо. Я попробую сделать что-нибудь. Я не буду торговаться сейчас с ним за это. We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Понял. First, I damn near die at the hands of goblins. Then, a foul blood takes his frustrations out on me. I'm done with this hellhole. Давай, до свидания, чувак. Тебя никто за руку не держит. Never mind their history. Let's look for help. Морковь. Сандальки, тряпки, одежда. А тут что? Что это такое? Что за эбонитовый шест? Можно обойти вокруг, кстати. Это какое-то место кемпа, да? Павшее дерево. А, костер. Это все кража. Красным нарисована кража, я так понимаю? Скорее всего, да. Красть я у них не хочу. А, вот его мародерничать тоже будет типа плохим поступком. Have some respect. This really isn't the time to talk. Ясно. Вы не то чтобы прям чем-то заняты были, потому я подумал, что может быть. Да. Пойдем сюда, сходим, посмотрим. А тут поверху можно пройти. Так, 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 иди сюда. Что за фигня, убийца какая-то там сидит на верхушке? Сейчас мы тебя немножечко помнем, чувачок.
захвачен врасплох. Ваши враги захвачены врасплох и во время твоего первого хода не могут перемещаться. Предпримите действия. 60%. Гасим их, конечно. Жаль, только 50%. Да, на 50% промах это вообще святое, да? 40. Может, я тебя подожгу? 60, давай. Видимо, убил. Нет, не убил. У него еще 9 хпшек. Так как же ты промахиваешься, дружище? Так, оно там что-то кастует, погоди. Да ладно, впритык оно промахивается. И сейчас 50% попасть. Спасибо, хоть попало, блин. Сожги его еще раз. Игнис. Игнис. Так, хорошо. Обошлись без жертв. Спасли, похоже, вот эту Надиру, деваху. Полутать мы его можем? Можем. Забрать все. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it. Кто вообще? Зачем вообще? Раскрытый, гони монету, я уйду. Давай. Так, добавить. От ситуации. Еще и в двух кубиках. That bloody ironies. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Так, Тут мог проломать тебе череп, твоя благодарность. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Ironies and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck finding them. В принципе, ладно, получена монета души. Давай, до свидания. Let's move. With haste. А вот это? Peer through the telescope. Чего, блин? А, прищуриться. Так, навести телескоп на. Вот это вот. Фига себе. У меня нормальные бонусы. Да и так получилось нормально. Двадцаточка. Успех. Там реально дракон. Что, скримак будет? Или... погоди. You see a dragon circling like a bird of prey. Hunting. Сдвинуть влево. The telescope points to the left. Вправо. Я думал, что влево еще вижу дракона. Еще раз его надо бы сейчас вправо при этом.
The telescope points to the right. Угу. А это случайно не те руины, где... Окей, я вас понял. Недостаточно места, что? That coin's worth plenty. Don't let a squid get their tentacles on it. Хорошо, я тебя понял. Какая-то монета, какая-то засада. Как-то все это случайно получилось. Мне нравится. Вообще, фишка с рандомными событиями здесь, ну, пока что просто обалденная. Я так понимаю... Не, ну, я понимаю, что это не рандомные события, это все заложено, но... Вы поняли. Типа, вот такие вот случайные вещи, которые получаются то тут, то там. Пойдем, может быть, я не знаю, с друидами попробуем... О, ты кто такой? Арон. Торговец! Торговец мне нужен. Торговец мне нужен. У меня столько всякого трэша. Refugees, adventurers. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything Спасибо. You need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Так, почему торгуешь? Just some bits and bobs I no longer need. Супер. Значит, блин, а у него прям неплохие 460. Где мои деньги? Мои деньги 196. Торговля и... Угу, спасибо, что успел прочитать, я потом на записи попробую успеть это все. Значит, арбалеты. Короткий меч 4-9, 4-9, 4-9, 4-7. Класс брони 11, 11 такая же, как у меня. Книги. Так, черепа. Кости. Все, что не так лежит. Так, чернильницу на чашку, тарелку. Камни, кстати, стоят денег. Хорошо. Монету души, это, естественно, я трогать не буду. Топорик никакущий, мечи, булава. Рапиру пока оставлю, она выглядит неплохо. Класс брони, простая мантия. Подожди. Темный разум тоже ничего не стоит. Инструменты, естественно, продавать не буду. Кружку. Все две. Перья. Все два. А ты кто такой? Едкий клубень. Тоже ничего не стоит. Шипастый клубень. Это как гранатами кидаться, я понял. Бутылка с жиром. Это может понадобиться, кстати. Ритуальный посох. Подожди, это что-то может быть интересное. Факел. Я не уверен, что мне нужен, но ладно. Цветка возрождения хорошая штука. Я не знаю еще, что это, но звучит как хорошая штука. Итого у меня будет... Так. А, и... Обменять. Подарить эти предметы? Нет. Подожди. Ну, то есть... А, ну, во-во-во-во-во, все. Обменять на эквивалент в деньгах. Да, теперь ты. Вот это... Пилум. Это метательное. Продаем. Продаем, продаем. У нас же еще есть камни, которые, типа, можно тоже потом на эквивалент обменять. А, погоди, это деньги одного персонажа. О, у каждого свои деньги есть. Здрасте. 4-9. 4-9, они одинаковые все. Эквивалент обменять. 4. Масло. Древко сломанного копья. А зачем оно мне? Хорошо, тогда. Синие, я так понимаю.
перчатки ловли снарядов. Вы можете перехватывать снаряды от дистанционных атак оружием, снаряжая их урон на один. Нажимаю модификатор перчатки силы. У меня сейчас одеты перчатки силы, но сила мне, кстати, и не нужна на этом персонаже, я просто их пока что нацепил. 460. Жевать, колотить. И ты чисто броньки продаешь, да? А, не, хотя погоди. Ледяная стрела, это стрелы. Факелы, заклинания. Заклинания, кстати, интересно. А воровские инструменты у меня только одни. Угу. А, во-во-во-во-во, стоп, есть, вот, 4.11. Похититель заклинаний. И стоит недорого, кстати. Давайте. Так, плюс денежку докинем. Нет, давай щит с колючками. Он вообще ничего не стоит. Посох, так, простую мантию тоже сюда закинем. Обменять. Возьмем себе лучший лук, получается. Возьмем себе, может быть, зелье невидимости. Музыка тут, кстати, чуточек такая поднапоминает Диабло на фоне. Так, глаз брони 11, глаз брони 15, плюс природа. Нет у меня ни глаз брони 14, просто кольчужная за 3 сотни. Ладно, пока нормально, избавились от всякой гадости и заодно прикупили себе хороший лучецкий, который получше, чем то, что у нас было. Блин, остальные фразы пропали, к сожалению. А почему так? Ну ладно. Что вам не то? У вас квест какой-то, Ролан? Пелс, мы не можем просто уйти. Они кин. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate. Во врата в Балдура, немедленно. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Убеждение. Вы должны остаться сейчас, каждый клинок на счету. Черт. 9. Печаль. Чуть-чуть совсем не хватило. Повторный бросок. А повторный бросок это не. Ладно. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too, lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Хорошо, с этими мы вроде все решили. Тут какие-то коровы. How long until Roland shows off his thunder wave? Я посмотрю, может быть, я. Знаете что, секундочку, ребят. Вот, я наконец-то переставил, чтобы они отображались. Там можно отображать кругом и подсветкой. Ну, отдельно кругом, отдельно подсветкой. Есть круги и подсветка. Меня бесит, что они все желтеньким горят. Ну, я понимаю, что это мне помогает, но все же. Я могу с быком поговорить. Торан. Ясно. Я смотрю, оптимист. Голодный волк. Отлично, поговорили. А, так, у нас тут кемп с тренировкой, у нас тут... Блин, дофига всего. Знаете, ребят, я буду потихонечку тогда на этом серию заканчивать. Какая-то насыщенная такая получилась. Мы вроде далеко не зашли, но случилось столько всего. Приятно. Кстати, левел получили. Давайте его провернем, этот левел. В общем, в этом фишка этой игры, что на относительно коротком промежутке территории ты получаешь очень много всего. Хорошо, спасибо.
улучшился. И вот этот дружище тоже. Так, подожди. Полученные фокусы сюда добавить. А ну без фокусов. Так, дружба нет. Подожди, кислота, пробирающая до костей, брызги яда, ледяной луч. Давай-ка я тебе ледяной луч вкачаю, дружище. И второе. Свет я не особо. Берег от оружия. Пляшущие огоньки. Освети местность в радиусе 9 метров. Давай вот это. Но я сделал выбор. А почему? А, во всем нужно сделать выбор, я понял. Это немножечко нелогично, но хорошо. Я принимаю приворот гуманоида. Цветные брызги, изменение облика. Вот это, короче, интересно звучит. Отвратительный смех. Сон. Давай отвратительный смех возьмем. И... Может, тебе тоже, кстати, фаерболка. Так, погоди, масло. Масло звучит как неплохо. Пылающие руки. Каждая... Посмотрящая цель получает 3,18 урона. Ох ты, кстати, неплохо. Но это в ближнем бою. Я стараюсь этого сейчас не делать. Давай масло сделаем. Вот, примерно. Что в прошлый раз на меня масло применили, это было прям неприятно. Давайте вот так вот сейчас. F5-очку. Тыкнем. Вот, сохранение у нас продолжается. Идет. Завершилось. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Будем на этом заканчивать. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.